Здравствуйте. Стало известно, что Владимир Драчев, глава Союза биатлонистов России, в беседе со средствами массовой информации высказал свою личную позицию по вопросу возможных замен в составе женской сборной на чемпионат мира, который будет проходить в Анхольце. Он сказал, что из тех спортсменов, которые выступают на Кубке IBU, пока на рассмотрении находится кандидатура Анастасии Поршневой, а также некоторых других спортсменок. Однако, кого именно, он не назвал. Он отметил Евгению Павлову как хорошего стрелка, но заметил, что по ходу дистанции у нее идет падение скорости. Кроме этого, президент СБР отметил, что уровень подготовки в женской сборной у всех одинаковый. Что касается Ирины Старых, то Драчев назвал ее стрельбу стабильной, но вновь посетовал на падение скорости. Владимир Драчев также рассказал о кандидатуре Екатерины Глазыриной. Он отметил, что она лидирует на Кубке IBU и что ее участие на чемпионате мира тоже рассматривается. Однако есть некоторые моменты, о которых говорить преждевременно. Напомним всем поклонникам биатлона, что чемпионат мира будет стартовать в Анхольце с 12 февраля.